Какую задачу? Не, ну, конечно, эдитор 3000. No, 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 перископчик, перископчик, пончик, вон же перископчик, перископчик, пончик, вон же перископчик. Кто на стриме? Кто это? Откликнись, чел. А, все, пропал.
пошел, 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 пошел. Пошел, 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 пошел. Короче, я сейчас лечу, наблюдаю всю карту. Я хочу просто халал опыт. Free опыт. Free level on Battle Pass. Yeah. Ебеть. Короче, мне нужно сюда, сюда. Мне машину не станет. Мне машину не станет. Из биплана по душе. Чтобы я был хорошечный и погиб я самым первым. А машину не станет. Мне береза из биплана по душе. Чтобы я был хорошечный и погиб я самым первым. На машину не станет. Из березовой кары. Чтобы был... Чтобы убил хорошо, что мы не погиб, я самым первым. Мама шила мне станет, пить бипланов по душе. Чтобы убил хорошо, что мы не погиб, я самым первым. Наверное, тут обыскивается только... Тут вот это обыскивается или вон то? Вас не помню. Гора F8. F. 8. Гора F8, не знаю. Нормальное название, мне нравится. Мне нравится это название. Просто лучшее за всю историю Фортнайта. Гора. Гора F8. Гора F8. Ура! Это тактика, ган. Это тактика, ган. Ган. Это ган, я. О май гад. Give me gun. Yo. Give me good guys. Good guns. Give me good guns. Give me good gun. Good guns. Please. Good me good guns. Вот сюда вот. Опять идем в жопу. Как бы. Как всегда. Мы всегда идем туда, куда нам не надо. Это что? Oh my god, it's coming. Oh my god. Я долечу. Отмена. Что мне дать?
спортсмена. Лучшая медаль выжившего. Круто. Я ничего не сделал, уже 25 человек. Может быть, это топ-1. Круто. Что? У меня не снялся гарпун, за то, что я притянул резко. Я только не... Поздравляю себя, что я только что это не... Ура! Кран загрузки! Короче, все. Я пошел пока. Пока мне еще станция. Это что, лучшая катка в моей жизни, я не знаю. Я же хотел просто достопримечательности поискать. Что это такое? Ну, у меня по оружию отмена, конечно. Ой, теперь не отмена. Это нормально. Ой, что? Понимаете? Я же хотел почистить, все, я переиграю на топ-1. Но я все равно сою, потому что я нублан. Черный бигбанк. Я столько резов тратил, чтобы сюда. Но это стоило рез. Я никому не нужен. Привет, у меня стрим. Короче, я сейчас Акопян Артём в раздевалке в школе подошел и такой говорит: у меня дядя в Америке, давай я у него код заберу, он купит, а ты мне $7 и забираешь один код. Я говорю: два кода давай, один я разыграю. И он сказал: окей. Но деньги пока что не приноси, мне надо еще договориться. Я надеюсь, он сделает. $7 это 448 рублей. Блин, я тоже хочу меньше. Так попроси у него. Только как ты... Я не знаю. У меня нету $7. Короче, я тут сидел. Я хотел, знаешь, я хотел всю карту обыскать, ну, типа, чтобы не было таких серых штук. И сейчас я поднимаюсь на метеостанцию, подхожу к такой горе, около торговой точки, понял? И там, короче, и там я вижу ламу. Топовый ут, лама и еще. А я хотел, короче, просто слиться, сходить на эту, ну, на эту фигню.
ходить в лифте. Лама часто. Золотой такси. Что? Это просто лучше как. Но я сейчас все равно ходил, потому что я на план. Я, короче, поменял бинды на свои. Ну, типа, чтобы я сам на свои удобные сделал. Теперь можно есть поиск в шкафчике, ура! Чем это типа помогает? Ничего. У кого много скинов, типа что? Мне помогает. У тебя много скинов? Нет, но мне лень искать. Я, походу, солью, брат. Я, короче, я смотри. Знаю, я больше всего хочу за скин за 1200, я хочу либо карать. Дэми нельзя на... Я хочу карася, либо же... Что я еще хочу? Или лучу, да. Лучу. Кого еще раз... Лучу хочу, либо карася за 1200. Карася либо... Что, почему? Ну, потому что мне лучше нравится, типа, а карась, типа, для приколов, и он мне тоже нравится. Ясно. Типа, я за них точно играть буду. То, что у меня так мало скинов, которые, они, которые играбельные. Например, вот так. То же самое. У меня рюкзаки очень много неиграбельных. Питомцы. А они убрали питомцев, да? В этом же боевом пропуске нету питомцев? Почему? Они убрали их? В этом боевом пропуске нет. А, ну тогда все хорошо. А то зачем добавлять питомцев? Если они никому не зашли. А ты можешь за моей игрой понаблюдать? Да, могу. Или нет? А, да, могу, сейчас посмотрю. Все, я уже это, 2 кило сделал, короче. Только что убил своего... А, вот. Я, короче, сейчас стримлю на своем старом аккаунте, помнишь? Который у меня еще этот, на прошлом телефоне был. Ну, не который забанили, а который... Ну, ты понял. Ну, помнишь или нет? Ты чуть не упал. Просто редак от Бога. Он тебя... Он, ты его убил. Справа тебя чел сражается. Я знаю. А я слышу. Зон надо. Я просто хотел зон. Это... Сзади чел, там справа. Сзади? Сейчас сзади. Вон. Да пофиг мне. Мне еще главное будет. О, он идет. Где-то. Вот тут. Я слушаю. Йоу, ты мне надавал. Нормально я сумку сделал. И нормально мне надавали. Тебе нормально надавали, и ты ему нормально. Дохилься. Даже не выпил баночку. Я не успел, зону сжал. Не, только не на меня, пожалуйста, чел. Ну чел, по-братски пошу. Фу, чел, круто, мусора.
ты должна. Просто... Ой, класс. Вернуться в лобби. Я, короче, ему сейчас написал в ВК это... Короче, смотри, то есть я приношу деньги, а ты код. Я ввожу этот код, и если он рабочий, то даю 898 рублей. Я ему так написал. Ты еще за меня заплатить хочешь? Я тебе... Почему за тебя? Я тебе отдам, если что. Как ты мне отдашь? На киви. У тебя есть деньги на киви? Ну, у меня очень мало есть денег. У меня всегда очень мало денег. Вот поэтому попросишь очень мало. Попросишь у родителей, да? Да не, так что не надо. Мне бы 2 косаря на киви, я бы был бы богаче тебя. Ой, ну я и так богаче тебя, ну ладно. Короче, я теперь так тебе скажу. У меня в видосах почти не будет... Я почти не буду играть на видосах. Своих. А что ты будешь делать? И рэл контент, да? Как я хожу в стол? Как я завтракаю? И влоги. Моё утро. Моё утро. Это не влоги, я же говорю. Я не влоги буду снимать. Влоги это вообще так себе. А что ты будешь снимать? Челлендж, да? Выпей, знаешь, А4, да? Будешь снимать. А4. Ладно, сказать, только ты никому не говори, окей? У меня стрим, секретная информация. Да, секретная информация. Так что тогда кик? Кик стрим, оу май га, оу май га. Всё, thank you so much.